Правительство России выделяет из резервного фонда более 45 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Михаил Мишустин. По его словам, выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры. Напомним, дополнительные средства медработникам президент распорядился выплачивать в апреле и июне. Для врачей он установил размер выплаты 80 тысяч рублей. Среднему медперсоналу 50 тысяч, младшему 25. Врачам скорой помощи 50 тысяч, фельдшерам, медсестрам и водителям карет скорой 25 тысяч рублей.